Виктория Толстоганова – одна из самых востребованных актрис России, которая все ярче сверкает на небосводе шоу-бизнеса. Она одинаково успешно играет во всех жанрах театра и кино, с легкостью перевоплощается из романтичной барышни в дерзкую девчонку, а из деловой леди – простушку. В личной жизни Виктории Толстогановой нет громких скандалов и многочисленных романов. Актриса 14 лет прожила в браке с российским артистом Андреем Кузичевым. С мужем она снялась в картине «Май». У пары появились дочь Варвара и сын Федор. В 2011 году Виктория стала матерью еще одного мальчика Ивана, отцом которого является режиссер и продюсер Алексей Агранович. Второй супруг родился в семье радиоведущей Эмилии Кулик и кинооператора Михаила Аграновича. В конце 2018-го по фигуре Толстогановой, появившейся на светском мероприятии, стало ясно, что в семье ожидается появление еще одного малыша. Однако позже супруг актрисы опубликовал новую фотографию жены, развея все слухи о ее беременности. Фото старших детей занимают главное место в инстаграме актрисы.